Всем привет, с вами Пиасё, продолжаем играть Resident Evil 2 ремейк. В прошлой части мы что сделали? Убежали с приюта от этого который от шефа Аренса. Вот. Теперь продолжаем играть. Теперь мы в канализации. Шерри там где-то находится. Она вот типа заражена. А вот она валяется, вот она там. Вот, видите ее там, вот. Ее надо типа спасти, она типа заражена от своего папы Уильяма Биркина. Так. Дальше, наверное, вроде без изменений, наверное. Ну, типа, найти шахматы, все такое. Наверное. Тут все этот зомби валяется. Я к ним близко не буду подходить. Пароль, кстати, пароль. Вот он, пароль. 2128. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чё не так? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Во! Перепутал цифру. Так, это оружка. Оружка для моего пистолетика, который находится в ящике. Сейчас объединю тогда. Так, ну вот. С чем объединим? С этим. И ничего себе такой получился. Пистолетик. А, теперь уже можно туда вставлять те патроны. Вот мой магнум появился. Ну, попробуй, кстати, есть что же. А, фу ты. Ладно, перепутал. Ладно, продолжаю дальше свое прохождение. Ну, в принципе, дальше идет, наверное, без изменений. Тут зомби, там новый монстр появится. Нет, не этот. Ладно, тогда сейчас отстреляюсь. Ну да, где-то кажется, что без изменений сейчас. Сейчас появится, ну, тот самый страшный монстр, может, что-то нас скажет. Ну давай, скример, сделай мне тут. Что за хуйня? Черт. Похоже, какой-то новый урон нанес. Два скрима они. Здорово. Дальше, да, идет без, пока что без изменений сейчас. Да, здесь я совсем забыл взять кое-что сейчас. Кое-что, вот. Вот это вот. И записка, которая... А, письмо Леона. Ага. Спасибо, Леон. Ну, в принципе, сейчас дальше, наверное, идет без изменений сейчас. Вот, опять сюда. Потом сюда. Собираем, все сюда вставляем, крутим, ищем то, что нужно. Забрались. Зомбарь лежит. Он меня укусит. Сумку забираем. Это берем. Пленка. Вот открываем. И вот обход. Ладно, пойдем. Блин, тут всякого всего, чего нового тут.
Ну это что, видел, кстати? Кассета должна где-то у кого-то быть. Но мы ее в прошлой части видели. Так что все опять без изменений. Да, сюда то, что пойду тоже без изменений, наверное. Мы сейчас посмотрим. Сжег эту тварь. И что, она как жил, ничего не скажет? Ладненько, понятненько. Кстати, я нашел тут самую вот эту вот. Вот она. Сейчас откроем ее. Вот. А, это, типа, с другой стороны. Серьезно? А как же с той стороны пройтись? Ладно. Забираю ключ, который нафиг мне тут мне пока не нужен. Дальше идет без изменений. Кстати, смотрите, это реально, я теперь могу ее выбросить теперь. Мне теперь нафиг она не нужна. Кассету вы его видели, кто забыл. Да, посмотрите прошлую часть за Леона. Да, посмотрите, тот же без изменений, да? Да. Информативненько. Ну хоть она это сказала. Так, пошел в твою комнату. Сейчас, наверное, будут только диалоги изменены. Ничего такого. Ну и жуткое местечко. Согласен. Я не буду туда к нему подходить близко. Бог ты мой, они повсюду. Да. Особенно эти твари. Сейчас тогда пойду туда, в комнату с шахматами. Там, да, надо больше изменений, без изменений сейчас. Вот я пришел. Помните эту комнату с шахматами? Я в ней. Дальше сейчас, наверное, будет без изменений. Только попробую как-нибудь взять огнемет. Вот там вот огнемет. Это огнемет или что это там такое? Это что-то другое. Ну ладно, все равно попробую как-нибудь попробую сейчас взять. Тут уже все по-другому уже поставлено, блин. Ладно, разберусь сейчас. А, это электрическая пушка. Ничего себе. Это было легко. Ага. Теперь забираю все шахматы и выхожу отсюда. Все, теперь возвращаюсь. Тут еще зомби шляются, кстати. А, во. Кожу. Ну я на него плевать. Наверное. Уже это чмо появилось. Я не буду к ней идти. Я просто обойду. А, ладно. Тогда. Я просто обойду. Ничего такого. Все, иду к шахматной комнате. Все, я пришел, сохранился, сейчас все будем делать так, как надо. Тут, наверное, все поменялось, но я попробую что-нибудь сделать. Это явно не для меня. Угу. Так. Нет? Так, а ну-ка. О, как? Ну все, Шерри. Я близко. Надо было просто поменять лошадью с чем-то там, так, каким-то другим шахматным фигурой. Ладно, сейчас у нас, наверное, будет босс. Уильям Биркин. Надо запастись припасами. Пойдет. А, это возьму. Может, вообще его не будет. Мы посмотрим сейчас. Так, как там он будет? Нет, не так. Нет, не так.
А, тут вообще по-другому. Ладно. Да. Вот черт! Да, вот и он, босс. Так, надо сейчас возживать, чтобы он меня не таранил. Да как он меня ловит вообще? Так и знала, что ты не сдох. Дальше босс, наверное, без изменений. Но только я хочу его снести с контейнера с одного удара, типа. Такое достижение есть. Даже я знаю, кого победить по-другому. Что патрон тогда взял сейчас? Ага. Ух ты, тварь. А. Побить надо его немножко. Хочу получить достижение, типа. Да, вставай. Наверное, его нормально нанес урона. Сейчас посмотрим. Иди сюда. Не то. Ладно. У меня для тебя подарочек. Сейчас будет сюрпризик ему. Посмотрим. Попался. Прости, что так долго, Шерри. Быстрее не выходит. Ну так быстренько его побеждаю. Да, много на него потратил патронов. Ну да ладно. Сейчас иду за Шерри. Шерри? Клэр?
Шерри, не молчи. Что ты делаешь? Помогаю. Шерри заражена. Ее не спасти. Ты, блядь, серьезно? Ты ее мать! Пизду сюда! Ты не понимаешь! Уильям еще на свободе, и если я его не остановлю... Не хочу даже слушать! Стой! Подожди! Я помогу ей в лаборатории! Это недалеко! Мама... Нет времени. На кону миллионы жизней. Шерри, я люблю тебя, детка. Прощай. Ты что, блядь, шутишь? Шерри, не бойся, я найду для тебя лекарство. Почему ты помогаешь? Не могу иначе. Спасибо, Клэр. О, как в оригинале. Можно таскать же. Так же, как и Аду за Леона можно таскать в оригинале. Я помню так. Так вот стрелять почему-то вот теперь нельзя. Ну ладно. Ничего. А где путь? Фу ты, перепутал. Ладно. Она сказала, лаборатория близко. Да. Точно. Фуникулёр. Угу. Правильно думаешь, Клэр. Сейчас сохранюсь. А, сохранить нельзя. Ну ладно, ничего страшного. О, выбитая дверь. Держи, Шерри. Все будет хорошо. Я же говорил, что она заражена. Уильям. Почти дошли, Шерри. Уильям. Почти дошли. Уильямом Биркиным. У меня браслет есть, кстати. Отлично. Фуникулёр. Ладно, сюда. Вот так. Ты справишься, Шерри. Мы тебя вылечим. Так, надо все проверить. Вернуться уже не сможем. Да. Едем. Эй, ты как? Такая теплая куртка. Подарок от брата. Она приносит удачу. Без тебя я бы пропала. Шутишь? У тебя все было отлично, пока не пришла я со своими проблемами. У меня есть кое-что твое. Убери это. Что? Почему? Он же классный. Его мама дала на прошлый день рождения. Могла бы просто бывать дома почаще. Знаю, ты думаешь, что твоей маме все равно, но... Так, Шерри, привстань.
слышишь? Держись. Вы прибыли в Ульм. Все хорошо. Я рядом. Пошли. Вообще-то Клэр оставила Шерри, пока она шла находить вакцину. Я найду лекарство. Только держись, Шерри. Только держись. Бедняжка. Да, в оригинале Клэр отдала куртку Шерри, чтобы она типа согрелась и защитилась от всякого. Да. Сохраняемся, сейчас идем. В целях безопасности не входите до полного открытия дверей. Добро пожаловать в Ульм. Приятного времяпровождения. Да вы издеваетесь, пока я Шерри, она ничего не может сделать. Ну ладно, тогда здесь остановимся. Если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был Супа, всем пока.